Снова шумно на Крестовском острове. 21 сентября состоялся матч на Кубок страны между командами мастеров «Зенит» и «Динамо». Для жителей нашего города поход на футбол давно стал праздником. Так и в этот раз болельщиков на стадионе ожидала развлекательная программа. Под аккомпанемент вокально-инструментального ансамбля «Пролетарская танго» гости могли принять участие в спортивных состязаниях, пообщаться с признанными мэтрами, посетить выставку ретро-формы, видеосалон, парикмахерскую, ну и, конечно же, потанцевать. Но не стоит забывать и о главном. 37 тысяч зрителей спешат на трибуны. Звучит стартовый свисток. Матч начался. Зенитовцы, они в светлой форме. Атакуют. Но что-то пошло не так. И «Динамо» забивает. Один, второй. Болельщики приуныли, но продолжают верить в свою команду. Атаки сменяются атаками. И вот один мяч отыгран. Ободренные успехом зенитовцы усиливают натиск. Гол! Проходит 90 минут напряженной игры. На табло ничья. И футболистов ждет дополнительное время. Острых моментов было немало. И результат неожиданный. 3-2 в пользу команды «Динамо». Но расстраиваться не стоит. Пожелаем «Зениту» успехов в чемпионате страны и на зеленых полях Европы.